Всем привет, с вами Сёма, это канал Шмалинка Плей, и хочу напомнить вам, что видео выходит по расписанию. По МСК первое видео выходит в 6 дня, а второе в 3 часа дня, а по чинскому же времени первое видео выходит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. Но сегодня у нас воскресный хоррор под названием Twin Soul, а это преальфа-версия, версия 0.1 русского хоррора, русского, от русских разработчиков. Тыры-пыры, все дела. Короче, я тут играю на джойстике. Потому что, как посмотрел, тут управление на мышке такие ерундовое. Я запускал, тестил и так далее и все подобное. Но в меню джойстик не работает. Ладно, я New Game нажму на мышке и поедем. В игре джойстик работает, все хорошо. Собственно, такие вот. Так, почему-то написано VASD. О, я чуть-чуть не проработалось-то. Не проработалось, прикинь. Не проработалось. Так, хорошо. Так, ничего не лагает, все хорошо. Это опять-таки русский хоррор, русский подъезд. Естественно, Стас Семицой жив. Вы говно, конечно же, вы говно. Это что из фильма? И, естественно, так. Электрик. Весь спектр работ. Хорошо, кул. Любви нет, и только шаурма и котики. Хорошо. Жанна. Гоу. Чего? А. Естественно. Как же без этого? Как же без этого, как же без... Стены — это наши СМИ. Внезапно. Допустим. Так, это ты. Ты кто? А, лох. Внезапно. Хорошо, спасибо. Прохода нет. Лифт точно должен работать. Я понял. Это загаженный подъезд, бычки, сигареты. Все обшарпанное, замшелое. Серый пацан, Гена пацан, Лена пацан. О, внезапно. Лена пацан. Да, хорошо. Чего? Кое-кто больше... Чего? Не знаю, ладно. Допустим, это как этот... Напоминает мне чем-то эту. Сам. Опять-таки, вы говно, это из фильма. Так что говно должно говорить громче. Электрик урод, внезапно. Электричество не будет в среду с 10:00 до 12:00. Кругом вандалы какие-то. Внезапно. Хорошо. И какие-то признания в любви. Цой жив, опять-таки. А какие-то года. Тут был Кеша. Хорошо. Тут был Кеша... Года, наверное, 2000-е, да? Естественно, ЭУА. Если ты понял, что я прочитал, ставь, так сказать, лайк. Байты на лайки лучшие. Так что, собственно, вот. Ваш почтовый, ну да, это даже русские шрифты, все, собственно, русское. Опять ЭУА, конечно, это замквартиру, хорошо. Замквартиру написали это в доме, хотя должно быть написано возле подъезда. Так, это что такое? Это я не понял. Типа вторая дверь? Там кто-то, там ребенок какой-то. Да, там какой-то ребенок. Так, подождите-ка, я можно вот так сделаю спокойно? Я в самой записи убавлю. Все в прямом эфире делается. На 60 вот так, потому что, думаю, слишком громко будет. Ну, еще прибавлю при монтаже. Так, забей на всех. Угу, хорошо, не на такого дела. Так, и, возможно, опись какая-то, да? Окна ПВХ алюминий, хорошо. Так, ну что там здесь беда? Ну, это какой-то очень большой дом, возможно, 9-этажка. Миксы соли. Это типа это... Замиксовки такие, да? Соль... Что было? Типа соли это... Да что, муха, фу. Типа соли такой-то там трек... Да что тут, что за фигня проявилась? Соль такой-то трек, это его миксы. Миксы. Соблюдать чистоту. Уважаемые жители, личная клетка, это начало вашей квартиры. Соблюдать чистоту. И, собственно, мусора. Мусоброд. Вы говно. Опять-таки цитаты из фильма. Да ты даже, в принципе... Дочь, долг, верни, Олег, мразь. Ага, хорошо. Внезапно, так сказать. Внезапно, так сказать. Так. А, опять дочь, долг, верни, Олег, мразь. Это я не знаю, что за слова такие странные. Предложения имею в виду. Кругом вандалы какие-то, допустим. Опять-таки миксы соли. Замиксовки соли, хорошо. Бюро переводов, Лингмакс. Гарантирует безупречный перевод. Типа ГДЗ бесплатный такой, да? По-английскому. Хорошо. Хорошо, так, Цой взрыв.
Все бабы козлы. Внезапно. Это тот, кто не знает, что существует в мире мужской род и женский. Допустим. Не курить. Блин, вот надпись «не курить» — она самая четкая из всех, которые здесь есть. Не потертая, ничего. Мне нужен на четвертый этаж. Тут вообще еще ничего не работает. Может, все как бы прилагивать маленько, потому что это все-таки при альфа-версии. Лифт не работает. Год-то 18-й, кстати, уважаемые жильцы. Год-то 18-й там видно. 18-й год. Цой жив. Ну, возможно, ладно. Возможно. Так, экстренная помощь, хорошо. Тут вообще еще ничего не работает. Это при альфа-версии, так что... забей на всех. Дочь, долг. По-моему, тут что-то с запятыми не так. Если что. Я, он... Это что за светомузыка? Да ладно, нифа себе. Нифа. Отражение, ты где такой последний раз видел? Да что за надписи вылазит? Что это такое? Пулловер? Хорошо, пулловер какой-то. Так, я на первом этаже. Наверное, собственно-таки, да. Нам нужно на четвертый, да? Да, он сказал. На четвертый этаж, допустим. Ой-ой-ой-ой, что это? Ну, я говорю, это при альфа-версии. Тут может быть всякие, всякого рода ошибки. Прочая херотень. Когда последний раз такое видел, чтобы тут кто-то отражался? Ты когда последний раз видел такое? Оба-на, что это? А вот и первое зависание, кстати. Чё, да, все? Не, ну всё, поиграем еще маленько. А чё, можно я выйду, спасибо. Еще поиграем маленько. А, чё там бег-то? Чё, Х? Хирикс, чё? Оба-на, внезапно. Ой. А, так, миксы соли. Кругом вандалы какие-то. И урод. Уроды. Внезапно, да, хорошо. Через 10-й квартиры, допустим. Так, опять про шаурму и котиков. На самом деле очень странно, что шаурма и котики возвращаются в одном предложении. Если ты видишь, что в одном предложении с шаурмой встречается слово котики, то это сразу же... Какой пунктуальный молодой человек, закрывает с собой двери. Ну, как пунктуальный. Молодец вообще. Ребят, вы что, съехали? Ваш Wi-Fi не работает. Ваш Wi-Fi не работает. Ребятки из какой-то там квартиры, поменяйте, пожалуйста, пароль от Wi-Fi. Вообще, знаете, что тут пароль? 5 миксы специй, допустим. Взять есть такой трек под названием «Соль». Разбью? Чего мне? Чего я разобью? Какие все дружелюбные. Разобью тебе рожу и сердечко нарисовал. Ну, это, прям я не знаю. Какие-то верхи. Кругом вода какие-то. Кстати, графа, по-моему, на ультра. Я не смотрел, кстати. Так, мне куда идти-то вообще? Нет? Я знаю? Или что? А, мне сюда, хорошо. Через 18-я квартира. Давай, открывай. Ты дверь там сегодня откроешь? Нет? Ну, спасибо. Так, опять-таки русская квартирка. Опять-таки залагала. Опять-таки тормозно. Опять-таки текстурки. Куда-то улетели. Куда улетели? Алло. А куда улетели текстуры-то? Алло. Фиг, смотрите, текстуры-то нет. Алло. Я в отражении есть. Хожу такой весь важный. Молодец, крутой. Так, это комната. О, сообщение пришло, кстати. Я так понимаю, ну это 18-й год, но что-то прям квартира не... Ну хотя, это Россия. Это Россия. Что хочу сказать тебе? Это Россия. Ну, все все похоже на наш быт, более-менее. Я что-то таких, на самом деле, квартир не видел. Нужно было дойти, звонки, все дела. 11-я минута, если что, нужно будет это все дело вырезать. Так, телевизор, спокойно, можно посмотреть телек. Ой-ой-ой, а что так все? Управление такое говёное, на самом деле. Врубай, посмотрим. Повышение сейсмической активности Земли. Shortly after the tremors stopped, authorities gave the all clear for...
Так, окей. Ладно, выключи нафиг. Хорошо, так что там про бизнесе, что-то еще говорили. Ну да ладно, окей. Оба-на! Это что, это WhatsApp? Или что это такое? Сэмми. Два Шилс. Привет, бро, я знаю, ты оставил что-то. Позвони кому-то маленькому. Ты бросил, ты типа оттуда, ты ушел оттуда, что-то такое, ты бросил мыло, все. Лол. Да, позвонить, бро. А, типа, позвони, бро, когда будешь, типа, будешь разговаривать о этом. Чё, чё, я не знаю, хорошо. Допустим. А как это выйти? Хорошо, все. А, допустим. А, вот как-то так. Так, балкончик. Он закрывает везде двери, зачем? Черт, пора вынести мусор. И лучше это сделать сейчас. Какой мусор? А, мы еще на кухне просто не были. Так, поезд! Окей, атлас вкуса. Внезапно тоже. Допустим, атлас вкуса, так атлас вкуса. Отлично, мухи повсюду. Что подумают соседи? О! Пятерочка, внезапно. Ну, пятерочка, так пятерочка. Огурцы, японский бог. Губка. Средство для мытья. Так, спокойно, сейчас я все вынесу. Зачем он закрывает двери в квартире? Я серьезно, я не понимаю, почему он это делает. Зачем? О, а тут я уже не отражаюсь, кстати. Там везде отражаюсь. Погоди, ну что ты делаешь? Да? Я же тут везде отражаюсь. Но, а почему я там не отражаюсь? Ладно, пусть. Ладно, давай схватим мусор, пойдем выносить. Я не знаю, насколько он. Но, по-моему, я читал, что он, что пока при альфа-версии не, вроде не очень длинная. ФПС куда-то уделся. А, вот он вернулся снова. Но при альфа-версии я почитал, что говорят не длинная. О, а где мусор-то? Ты где мусор-то потерял? Передумал выносить или что? Хорошо, допустим. Не, на самом деле, я не знаю, как... С джойстика вроде тоже не очень удобно пока что. Тут я не попаду к мусоропроводу, я могу спуститься на первый этаж. На самом деле, я сильно бы не доверял лифтов, лифтам, тем более в достаточно такие уже... Ну, вообще, я в принципе, не очень предпочитаю лифт. Я лучше без геморроя спуститься пешком, на самом деле. Ой, а что-то все такое-то? У меня графика на хай стоит, я проверял. Что происходит-то? Что это такое, в смысле? Ладно, хорошо. Так, вот. На первый этаж, там, собственно, и есть наш стоит мусоропровод. Я не... А почему? Что случилось? У меня графика на хай стоит. О! Во! Другое дело. Ну, откройтесь, нет сегодня. Другое, как говорится, дело. Так, хорошо, допустим. А, там, окей, я забыл, где мусоропровод. Так, тут как-то бегать-то вообще может? Начнется сегодня что-нибудь? Я тебе напоминаю тем временем, это воскресный хоррор. Но у кого-то лешего не начинается ничего. Опять замиксовки соли. Все грязное. Пчерочку выбросили нахер. Какая жуть. Нужно помыть руки. Ну, в смысле, вообще-то как бы после каждого похода на улицу там или куда ли нужно мыть руки. Не только после... Не только после того, как ты вынес мусор, фиг пойми какой давности. Вышел на улицу. Будь добр, помой руки. Так, ЕОА опять-таки. О, а что он сам-то нажал? В смысле? О, нихера себе отражение. По-моему, было сейчас только что. Нет, конечно,
Управление везде отвратительно. И на джойстике, и на мышке. Тоже там полчаса надо до определенной точки вести, 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 вести. О, опять зависло, кстати. Попью пока, ладно. Ну это пре-альфа-версия, так что тут могут быть зависания. О! Твою ж мать, улетели фиг пойми куда. Чё? Это просто двери открылись? А, это типа, мол, двери не открылись? А я думал, я улетел в шахту уже. Какое же тут отвратительное управление на самом деле, звони диспетчеру. А диспетчер не отвечает. Игорь гетфон? Не фауся телефон! Так, сети нет, Wi-Fi нет, допустим. Эй, меня кто-нибудь слышит? Я застрял, кажется, на... О, внезапно. Начался хоррор. Хорошо. Как вылезти-то отсюда? Эй, там! Вызовите аварийную службу! Короче, надо вылазить на самом деле отсюда, потому что 20 лет тут стоять, иначе будем. Черт, сегодня точно не мой день. Ну да, бывает в жизни огорчение. А я на своем этаже-то нет? А, ну да, на своей... вроде как. Почему моя дверь открыта? Уверен, что закрывал. Так, самое время мне сказать на какую кнопку мне нужно бежать. О, что за черт? Что за черт? Эй, кто здесь? О, у меня дверь заколотила. Это кто сделал? Алло. Так, допустим, бегать, удерживать на левый джойстик. Нихрена там кто-то орёт. А что голос детский, пацанячий? Ну, а детский, относительно детский. Ну, пока что мне нравится. О, пацан! О, какие они ненормальные. О, о, ох ты ж! Открой дверь-то! Дуралей. Телефон в лифте, надо позвонить от соседей. В смысле, телефон в лифте? Ты о чем говоришь вообще? Какой нафиг в лифте? Ты что он там делает? Ты чужого выбросил? Он дурак? Иди в нем придурок. Не, я тебе серьезно говорю, реально дебил. Какой черт делать телефон в лифте? В смысле, от соседей звонить? Это же вот телефон. Пожалуй, дай позвонить. Алло. Звони по вот этому. Фига там пацан. Ну не, управление дебильное, на самом деле. Фига там пацан стучится в телек. Какого? О. Тук-тук, алло, пожалуйста, дайте мне войти. О, прям вот так. Угу. Эй, есть кто дома? Так, допустим, здесь темно. Да чем он закрывает за собой двери, объясните? О, тихо. Это что? А, это щиток. 230... И фига себе, эти пацаны землю сотрясать умеют. А, он свет врубил. Это щиток. Ну, я говорю. Схера 235 вольт. Там 220, по-моему, хватает. Так, это квартира соседей. А какого черта я просто так вошел-то сюда? Ну, хотя, типа, в вот такой неопределенной ситуации, где... Опять-таки, это еще один хоррор, который продолжит сломать самооценку взрослых. Это, а на него опять нападают дети. Есть дети, которым непонятно, что надо. Оба, она это этот. Напряжение, по-моему, проверяет вот эта дичь. Как он называется-то? Нет, это не амперметр. И не вольтметр. По-моему, слушай, не знаю. Оба, она. Нифига, ты электроник? Кто ты?
Убана внезапно. А что? А зачем это? Странно. Так, допустим, электричество на эту хрень нужно добывать типа специально. Ну, типа, запасной генератор, щиток там, я не знаю, что это. В общем, замок там электрички, это понятно, само собой. Так, это что такое? А, это дверь шкафа. А, я что, я еще не ходил, точечная? О, это что, в смысле? О! Так, он за моей квартирой сидит. Так, один вот валяется, кстати, я бы заметил. А, допустим, хорошо. Что это за хрень? Это буквы. Опа, тоже нужно будет вырезать, писал сообщение. Тоже вырежу, ладно. Хотя, может, и не буду, не знаю. Да, собственно, я ничего такого не сказал. Ладно, хорошо, допустим, что нужно делать? Так, они ведут куда-то же, ведь? Эти провода куда-то ведут. Ну вот куда они ведут, это большой-большой секрет. Тоже мухи, все воняет. Так, они ведут. А, погоди, там что, есть еще одна дверь, что ли? У него два балкона? Чего? У него две двери, чтобы выйти на балкон, зачем? А, вот тут еще. А, погоди-ка, так это вот эта комната, где пацан-то был аккуратней. Тут же, по-моему, валяется кто-то еще. Это не она. Так, погоди-ка, ну-ка, вруби-ка свет мне, дай-ка я найду камеру. Тут нет ничего. Я не понял. А, ну у вас само собой панелька. Что надо делать? О. Ага, ввести последовательность. А как, в смысле? Зачем? Чё это такое-то? Я не понял. Чё это должно быть, алё? Все сюда поставил, короче, все. Чё-то там менялось, нет? Да вроде ничего. Пёс его знает.
Это было, короче, буквы. У меня просто не просто, потому что у меня стояли настройки на хай. Ну, типа, на высокую просто графику. А надо было на ультра перевести. И, собственно, получилось бы все эти буквы. Ладно, перейдем на ультра ввел. Все это я дело вырежу. Потому что на ультре у меня, я проверил, посмотрел. На записи предлагивает звук. Поэтому вот на хай поиграем. В принципе, вот. Я это все сделал, это ладно, это ничего такого нет, вообще не страшно. Так что, собственно, вот. Все. Дверь мы с вами открыли. Все. Так, нажать надо на левый стик, чтобы красться, допустим. О, хорошо, я держал. А надо просто нажать. О! Так, вот это уже плохо. Так, а это что, моя квартира, в смысле? У него есть проход в мою квартиру? А, погоди, нет, у меня тут было, по-моему, заставлено холодильником. Что-то я как бы маленько не... Это самое, ага. Пистолет. Так, пистолет это... А, ну это тот, кто стрелял. Логично. Рация. А чё нет субтитров? О, боже мой, кто-то... Это кто? Это что за собачка в штанах? А. И... А, ну как бы стрельба из пистолета тут просто чтобы была. Угу. Патронов нет. Hey, answer me. What the fuck is wrong with you? Эй, слушай меня, что-то там что-то тут натворил, что-то я не понял, что-то такое. I killed it. Типа, я тебя что, убил, что ли? Что-то я не пойму, Малеха, ну ладно. Это что такое? А, это лифтер, он мне лифт подчинил. А чё они в штанах-то все? А где остальное-то одежда? Чё ты воешь? Не вой. О! А, ну вот, собственно, они поделили просто одежду, я понял. А, нет! Кто-то одет, кто-то нет. Кто-то любимчик, а кто-то вообще он без трусов бегает. О! А это кто? Это ваш вожак! Вожак с палкой. Бежит, 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 бежит. Свети на него. Чё? А, вот так. Очень быстро меня рубанул пацан какой-то. У вас какая-то стая, что, прайд? Так, окей, взяли в петлю и унесли. Допустим, хорошо. О, спасибо за игру. Ну да, коротенькая на самом деле. Весьма себе. Прочитай новости на twinsoulgame.com. Хорошо. Ну, допустим. Допустим, 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 допустим. Ладненько, давайте на этом закончим. Тут больше ничего нету. Вот на это, понимаю, вот на вот этом экранчике все это дело останется. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в других играх. Ребятушки, всем пока.